На одном вашем выступлении некто озвучил информацию про авиационное топливо по ленд-лизу. 96% авиационного топлива СССР было из США. Нет. Из США было 96% высокооктанового бензина, который лучше всего подходил, например, для истребителей, ну и вообще для авиационных двигателей. Но использовался в основном для истребителей. И так как там его поставляли, то лучше было использовать именно его. Если бы не было, пользовались бы своим бензином с более низким октановым числом, летали бы немного хуже, но воевать бы все равно могли.